Сегодня нами в центральном аэропорту города Якутска открыта выставка, которая посвящена 70-летию победы нашего народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. На данной фотовыставке представлены фотографии сотрудников транспортной полиции, которые прошли вместе со всем народом эти тяжелые годы, с 41 по 45 год. Здесь представлены как сотрудники транспортной милиции и всего Советского Союза, так и непосредственно сотрудники, которые в дальнейшем проходили службу здесь у нас в Якутии. В частности, это Текенов Данил Спиридонович, который прошел всю войну с 41 по 46 год, а после возвращения в родную Якутию служил сначала в горном районе, а потом непосредственно в городе Якутске в транспортной милиции. Здесь на фотовыставке представлены его фотографии военных лет и фотографии уже послевоенные годы. Я думаю, что это человек, заслуживающий очень больших, высоких слов и памяти о нем, потому что это единственный сотрудник транспортной милиции, который участвовал в войне Великой Отечественной. Это уникальный человек, очень активной жизненной позиции. Он до последних дней он ходил осухой, танцевал. Ему 90 лет, вот месяц один, месяц 16 дней не хватило. И он осухой танцевал. И все его уважали, потому что он был очень активным человеком, обаятельным человеком. Он всегда был опрятный, хорошо одевался, все такое. И большой авторитет он имел Осохае. Вот. И он самый вот видный человек, который воевал. Вот. Он воевал в Белоруссии, в Румынии, в румынско-молдавской границе он воевал. Когда он воевал, очень я большим интересом слушала его и всегда спрашивала, потому что я военные годы ребенком была, дети маленькие, не маленького, поэтому интересовалась, как воевали. И он рассказывал, как атаку шли. Перед тем, как идти на атаку, они боялись. О том, как скажут за Родину, за Сталина, вперед. И они все храбро бежали. Вот. А кто боялся, за спиной другого прятался. И он, его быстро стреляли, убивали. Вот. А Данил Спиридонович такой, по его рассказам, такой храбрый был. Он никогда не боялся. Его разведчика брали с собой, потому что он умел прятаться, умел метко стрелять. Он в маленьких лет был охотником, потому что остался сиротой, и семью надо кормить, поэтому он хорошо стрелял. И всегда командир его брал с собой на такие задания рискованные. И он отлично выполнял.